Всем привет! С вами еда для всей семьи. Сегодня готовлю на ужин очень вкусное, нежное, сытное блюдо из вот такого набора продуктов. Подготовим все ингредиенты. Беру большую луковицу и нарезаю мелким кубиком. Еще нам потребуется 400 граммов шампиньонов. Я шампиньоны хорошо промываю в проточной воде, удаляю загрязнения, обсушиваю полотенцем, вначале нарезаю пополам, а потом вот такими пластинками. Для приготовления этого блюда я взяла почти 1 кг куриного филе. Мясо также хорошо промываю в воде, обсушиваю полотенцем, нарезаю вначале на полоски, а полоски уже на небольшие кусочки. Все ингредиенты готовы. На раскаленную сковороду наливаю 2-3 столовые ложки растительного масла и обжариваю до мягкости лук. Следом в этой же сковороде обжариваю шампиньоны. Шампиньоны необходимо обжаривать на хорошем огне до полного испарения с них жидкости. Когда влага испарилась, перекладываю шампиньоны, обжаренные, к луку. Осталось теперь на сковороде также обжарить куриное филе. Все ингредиенты готовы. Еще нам для этого блюда потребуется хороший пучок любой зелени. Я взяла лук и немного петрушки. Осталось собрать блюдо. Курицу перекладываю к грибам. Добавляю 3 столовые ложки панировочных сухарей, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку копченой паприки, 1 столовую ложку приправы для курицы. Все перемешиваю. Беру форму жаропрочную побольше, перекладываю все содержимое. Сверху посыпаю зеленью. Чтобы курочка получилась очень нежной и мягкой, использую сливки. Они жирностью у меня 10%, и у меня ушло пол-литра. Купила всего по 53 рубля их. Отправляю блюдо запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30, максимум 35 минут. Через полчаса получился прекрасный вкусный ужин. Его можно подавать как с гарниром, так и без гарнира, как самостоятельное блюдо. Прекрасно сочетается с рисом, либо с отварным картофелем. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки. Не забывайте подписаться на канал, так как впереди много интересных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. Я вам желаю хорошего настроения, здоровья. Говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.